ночью будете летать в своих мечтах. Чего? Ты вообще кто такая? Совсем оборзела или что? Со словами полегче, а то сейчас как сотрясу. Да-да. Какой корей. Как ты? Ааа, сотрясу, блядь. Как можно было вообще эту фразу выдать? Я вот не понимаю, ну... Им сценарий такой прописали, типа, так, ты должен сейчас повернуться и сказать, сотрясу. Почему именно это слово? Не, ну я понял, пиздану, ударю, шибану, уебу. Но сотрясу! Что? Это может по-украински как-то по-другому, ну, звучит по-своему? Я не понимаю. Ладно, давай. Актерская игра просто вообще. А тут я так понял, типа, я вот это не понял. А тут я не понял. Типа, ее подруга отшила, типа, парня. Типа, или что? Я не понимаю, что она сделала. Я все с ней решил. Что-то капсом, блядь. Причем это первое сообщение ей. То есть они, получается, не общались до этого. Почему это первое сообщение? А, удаляет. А, ну как все продумано-то, чтобы не спалиться, да? Ну-ну. Маша, у тебя есть какие-то увлечения? Чем любишь заниматься в свободное время? Есть хобби? Ну, мне нравится все, что касается трендов и моды. О, то есть ей нравлюсь я. Также я люблю петь и танцевать. Кстати, ты уже юзал iPhone 11? Мне так хочется сделать фото на эти три камеры. Но это же глупо. Тебе с помощью маркетинговых приемов навязывают что-то. Нихуя пацан прошаренный. Это он по-любому Жули Гольфа смотрит. Ну тупо цитирует, короче, Жули Гольфа. Ну фанат айтипедии, бля. А ты как бабочка на свет ведешься на это? О, ясно, все, подписчик айтипедии. В смысле глупо? У моей подруги как бы iPhone 11. И там есть столько разных цветов. И какой смысл в этих цветах? Все ведь сразу покупают чехол на телефон. И цвет телефона не видно. Ладно, не люблю спорить. А, реально, Sony Boy. Смотрите, у него и рюкзак так PlayStation. Понятно. Видите, у него рюкзак, как кнопочки-то Sony PlayStation. Тем более с девочками. Чем ты еще занимаешься? Ой, ну короче, раньше я занималась вокалом, потом год танцев. Да, да, люди в жизни именно так и общаются. Ну да. Потом еще два. Прости, прости, я тебя не зацепила? Нет, нет. В смысле, ты вообще, блядь, на расстоянии в 10 метров была? Потом... Как, где она ее зацепила-то? Че за бред? Чего, блядь? Че? Могла бы зацепить, на самом деле, для правдоподобности, как бы, кадра. Прости, прости, я тебя не зацепила? Нет, ее так зацепила, она кости сломала. Нет, нет. А куда вы летите? Ты что, на нашей группе в Телеграме не читала? В какой группе? Ну, в нашей обычной классной группе. В общем, неважно. Короче, Леша Вадиму наметил драку, и поэтому прямо сейчас у них стрела. В общем, если хотите успеть, то погнали. Сейчас он его сотрясет, короче. Ого, да? Ничего себе. Ого, вот это да. Мы тоже в шоке. Вообще. Я как бы не признаю физическое насилие ни в какой форме. Осуждаю тоже. Я считаю, кстати, что все конфликты должны решаться мирным со временем. Вот так. Она на Твиче сидит по-любому. Иным путем. Ой, да хорош лекцию читать. Я не читаю лекции, это моя идеологическая позиция. Так может ты останешься тут и не пойдешь со мной? Конечно, я пойду. Да лё там драка. Хотя я за мир во всем мире. Так что, вы с нами? Да, конечно, погнали. Ага. Ну а Жули Гольф никуда не торопится. Чего у него там, Samsung, да? Что здесь вообще происходит? Это пуп земли со своей королевской свитой. Воу, воу. Говорил с директором школы, чтобы меня исключили. Воу, воу, воу. Это что, правда? Нет, конечно. Это так старосан спрыгнулся, что-то теперь с ума сходит. Иди. Че? Лечись. Ничего себе конфликт. Ну все, его последняя капля. Так, деду нужна таблетка, я это не выдержу. Господи, не смотри на это. Бля, ребята, не надо, не смотрите тоже. Саша, перестань, сколько можно? А что такое? Я переживаю за твое психическое здоровье. Да я как мужчина могу на такое посмотреть. А ты? Так, стоп! Что здесь происходит? Ну алло! Это кто? А это наш тренер по джиу-джитсу. Почем? Джиу-джитс, это такое боевое искусство. Бля, лучше бы, я не знаю, у них был тренер по актерской игре. Но сегодня будет с ним первое занятие. Офигеть, мы и это учить будем.
Так, ребята, вы все сейчас бегом в класс, а вы вдвоем остаетесь, мы с вами поговорим. Опа, сейчас он их, короче, заставит джиу-джитсой драться. Сейчас кто-то отхватит. Ладно, погнали. Для самых пиздит. Ребята, я понимаю, что у вас могут быть конфликты и разные недопонимания, но прежде всего вы должны уметь решать вопрос как настоящие мужчины. Так они вроде и пытались это сделать как настоящие. А как настоящий мужчина решает вопрос? Сейчас говорит, гачи, да? А в раздевалку заходит и... Как? Не помню, там какие фразы были. Ну ладно, ну вы поняли. В мозгу. Ага, Маш, посмотрим, что будет. Так, ребята, успокойтесь. Я имею в виду другое. Любой мужчина должен уметь решать вопрос разговором. Вы же сами учите идти драться. Почему эти разговоры? Во-первых, не драться, а думать. А во-вторых, еще Аль Капоне когда-то сказал, такой один из великих людей, что я бы поменял 10 человек своих бойцов на одного, умеющего решать вопрос разговора. Подумайте, пожалуйста, над этим. У меня все, вы свободны. Ну а как же... Давай, вы свободны. Чтобы я такого больше не видел. Это говорит тренер по джиу-джитсу, который учит драться людей. Блять, вообще логика. Драться это плохо. Но я тренер, сейчас я научу вас драться. Еба. Так учи людей тогда общаться правильно. Учи людей диалогу, да? Чтобы там люди не дрались, а общались. Так а ты ж обороняться, самозащита. Так а зачем? Ты же, ну, к тебе пристали на улице. Так если ты крутой, я не знаю, оратор. У тебя красноречие прокачано на 100. Ты с любым можешь договориться. Прокачивай речь свою. Часто играет, у меня уже голова болит. Ладно бы нормально музыка была. Что ж, на этом наш урок заканчивается. Господи, Спасибо всем, сегодня вы были молодцы. Не забываем, что на улице сегодня прекраснейшая погода, поэтому меньше сидим в своих гаджетах дома. Выходим на улицу, гуляем, дышим свежим воздухом и наслаждаемся теплом, так как скоро такой возможности у вас уже не будет. Ну, это смотря у кого. В смысле не будет? Извини, Вероника, я немного не поняла тебя сейчас. Ну, у обычной учительницы, конечно, нет такой возможности. Но у людей, у которых есть... А все школьники сидят вот с таким вот микрофоном на уроках? А, окей, ладно. Деньги? Устроить билеты не составит никакой сложности. Можно полететь в Таиланд или Арабские Эмираты. Или другие теплые страны. И наслаждаться летом в любое время года. Вероника, то что... Сейчас работяги в чате такие. Ну да. Что у тебя есть такая возможность, и у твоих родителей есть много денег, это очень замечательно. Но тебе не стоит превозносить себя выше кого-то другого, только из-за своего статуса или количества денег. Молодец, вот это она сейчас выдала, конечно. Класс. Я понимаю ваше стремление выделиться и быть круче кого-то. Она своими сиськами микрофон чуть не сломала. Да. У вас сейчас такой возраст, и в принципе это нормально, но есть вещи, которые вы должны запомнить. Независимо от того, родились вы в бедной семье или в... Все, кто учится в этой школе, не думаю, что из бедной семьи. Не у каждого есть 500 000, чтобы заплатить за учебу. Обучение в школе. Богатой. Вы должны всегда оставаться человеком. Вы никогда не должны превозносить себя, но при этом помните, что вы не должны ущемлять себя в чем-либо. Вам всегда нужно быть вежливыми с кем бы то ни было. Будь это уборщица, водитель автобуса, зауч... Вообще музыка такая прям до слез нахуй. Или директор школы. Нескромный человек чаще опаснее, чем злой. Ибо последний причиняет вред. Поэтому не надо мне говорить, что я злой. Я не такой опасный, хоть и злой. Вред только своим врагам. Да. Тогда как первый причиняет вред не только своим врагам. Ну, а еще и друзьям. Сказал однажды Джозеф Аддисон. Где мой любимый донат за 200? Ебать, он цитату выдал. Сейчас с таким кринжовым лицом, типа, как сказал. Кто, блядь, Джозеф? Долго цитаты ты учил? В каком паблике ее вычитал-то, ебать? Пацанские эти, что ли? Цитаты, что ли? Я не понял. А ну-ка еще раз давайте послушаем цитату эту прекрасную. Им врагам. Ну, а еще и друзьям. Сказал однажды Джозеф Аддисон.
Вы слышали? Что смотрите? Люблю на досуге прочитать про умных людей. Так что, Вероника, я считаю, не совсем... Ты сразу потекли, такие, что, что? Ничего себе, вот это пацан. Всем корректно вести себя подобным образом. Да, я понимаю, была не права. Ничего, я рада, что мы поняли друг друга. Алексей, а твой интерес к классикам прошлого века меня порадовал, ты молодец. Обращайтесь. Ладно. Не забываем про домашнее задание и помним, что сегодня вечером мы все встречаемся на празднике Хэллоуина. По-любому ее там трахнет. Причем все такие малолетки, а он такой, знаете, на вид лет 30-54. Вот в каждом классе, наверное, есть пацан, переросток, знаете, такой... Вроде все там, ну, как бы, дети как дети, школьники еще. Он хуй. Здравствуйте, училка. Я Галкин, нахуй. Опа, Даша, ну что, ты уже определилась, Даша, как будешь решать вопрос с учительницей? Да больно она мне нужна. Мне каждый день какой-то новый мальчик на свидание зовет. И все они воспитанные, интеллигентные. Может, она имела в виду магазин каждый день? Ой, продукция каждый день там, дешевая. И все они воспитанные, интеллигентные и богатые мальчики. Не то, что этот. Не знаю, как у вас, но вот... Пиздит, кстати. Такие парни, как Леша, дерзкие. Сразу видно, что они глупые, не следуют ничьим правилам. И самостоятельные авантюристы. Так, ты давай заканчивай. Ебать, им по 13 лет... По 13 лет они уже по мальчикам тут. Ох уж эти богатенькие детки. И не говори, иди. Ну да, не то, что мы обычные работяги, у нас денег не так много, но зато мы человечнее, да? Да? Ну, спасибо тебе за 1111 рублей и уже за 8000 рублей за весь стрим. Ничего, это мне-то не нравится. Ты же говоришь, он тебе не нужен. Че завелась-то? Сегодня не нужен, а завтра будет нужен. Еще посмотрим. А ты на него особо не заглядывайся. А то что? А ну-ка успокойтесь, тоже мне... Опа, бля, пацана не поделили, сейчас драка будет. Нашли из-за кого спорить. Вы мне лучше расскажите, что... Я сам начинаю разговаривать так, как разговаривают они. Они почему-то как-то вот так вот все разговаривают. Еще очень медленно. Обратили на это внимание? Если да, то зря, потому что тоже начнете так разговаривать. Что вы знаете об этих двух персонажах? Вот именно. Ну вы поняли? Ну да. Мне кажется, у них тоже сотрясение. Вот это, по-моему, Лиза. Видеоблогер. Сэндер Рибуя? Кстати, очень даже успешный. Да, тоже смотрела. Кто из них Лиза-то, блядь? Ну, наверное, та, которая вот слева. Маска. Я некоторые ролики. Она очень смешно пранкует маму. Маму? Всё, как бы маму пранкует? Даже удивляюсь терпению мамы. Вы еще пойдите у нее автографы возьмите. Тоже мне фанатки. А почему это ты за них спрашиваешь? Да, пересеклись неудачно с ними в первый день. Они еще потом хотели поговорить, но мне тогда было не до них. В общем, думаю, стоит быть с ними в ладах. Или поставить их на место и показать ху из ху. Я думаю, не... Боже мой, я же чуть... Нет, мат. Не стоит. Не знаю, как там вторая, но если Лиза запишет видео о тебе и покажет тебя не в хорошем свете, то для тебя и для твоей репутации это ничего хорошего не будет. Это да. Ну что ж, тогда будем дружить. А мы? А что вы? С нами дружить перестанешь? Вы, я вижу, девочки, вообще не умеете мозгами пользоваться. Мне нужно, чтобы она меня хорошенько пропиарила на своем канале. А тогда я им всем такое про Лизочку их хорошую расскажу, что у них волосы дыбом станут. Всю ее аудиторию я перетащу к себе, а у нее на канале никого не останется. И что... Так, блин, мне что-то аж страшно за себя стало теперь. Что ты им расскажешь? Вы же даже не знакомы. Господи, я вас умоляю. Как говорит мой дядя, был бы человек, а так на каждого статья найдется. А что это значит? Это значит то, что тебе нужно включить свой мозг и начать им пользоваться. И все равно ничего не поняла.
Подрастешь, поймешь. А сейчас... Нихуя себе, она типа что, намного старше, чем эта девочка, что ли? Они же вроде в одном классе учатся, в смысле? Подрастешь, поймешь, блядь. Да вы же одногодки, алло! Мне нужно пойти и поговорить со своей будущей подружкой. А ну давай. Бля, какой крич. Я уже просто не могу. Я устала от всего этого. От чего, блядь? Ты можешь объяснить нормально, что происходит? А, она опять с этим парнем, да? Что значит ничего? Они точно в школе учатся? Мы вообще что смотрим? Дом 2 или что им? Сколько лет? Им по 13, по 15. И у них на голове точнее. В голове, на уме только одно, блядь. Отношения. О, он меня бросил. Нет, он меня опять поднял. Мы в кино, а мы... Что значит ничего? Пушки отвалятся. Питон, ты что-то злой сегодня. Ты постоянно меня морозишь. Мы не виделись уже больше недели. А тебе хоть бы что? А в чем смысл их встречи? Типа... Ты мне обещал, что мы пойдем в кино. Ты знаешь, что я ждала этого фильма очень долго. А ты просто взял и сказал: извини, у меня не получается. Да, сегодня игры будут. Минус Джокер, короче. Меня это все уже достало. Что? Что значит, что я предлагаю? Предлагаю вести себя нормально. В конце концов, ты говорил, что любишь меня. Блядь. А на деле говоришь совсем противоположное. Да все, мы поняли. У них там отношения не складываются. Можно дальше. Ах так? Это ты меня достал. Пока. О, пока. И тут бац, неожиданно из какой-то ямы нахуй вылез пацан. Просто из темного угла такой, значит, ага, угу. Неожиданно-то как, и сейчас они взглядом вот так вот пересекутся. И в итоге они будут мутить и ебаться, да? Хотя мне кажется, отношения у школьников как проходят? Они же не сексом же ведь не занимаются, да? Уж извините меня, пожалуйста. То есть у них отношения — это просто сходить в кино, погулять, за ручку подержаться там, и все, правильно? То есть у них нет вот этого, да? Я просто не знаю, как бы, блин, современную молодежь, как у них это все происходит. Занимаю? Что? А где? В каком месте? Дома, родители, в школе, школа? Где? Он видал, как я оценил ее. Опа, эй, сейчас захожу. А, у тебя что-то случилось, Саша? Отстань! Да ну ты чего? Я же просто спросил. Отпусти. Блин, что с этими школьниками здесь не так? Какие-то, я не знаю, заморыши такие вот. Что с тобой? Да я же просто спросил, не бей. Не надо. Дел сделан. Просто день неудачный. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Да вряд ли. Ты идешь сегодня на Хэллоуин? Хотела, но что-то уже нет желания. Да ну перестань. Такой праздник бывает лишь раз в году. Тем более обещают какие-то призы за самый лучший образ. Да уж, я сейчас и без образа на Бабу-Ягу похожа. Прикалывайся, что ли? Такая красивая девушка. Сука! Прикалывайся, что ли? Ты такая красивая девочка. Моя девочка, один раз день. Ой, сука, блядь. Какой же кринж. Как ты никак не можешь быть похож на какую-то старую бабу. А ты умеешь поднять настроение. Прям мастер комплимент. Спасибо, но я предлагаю поторопиться, чтобы не опоздать на начало. Ну что ж, пошли. Ну окей, пошли. Какая романтика-то, ё-моё. Эх, бля, жизнь богатых детей. мама. Какой крин, боже. О, боже. Ну, несмотря на то, что они в этом снимаются, я думаю, они сами прекрасно понимают, что это все просто, ну, невыносимый кринж. Мне кажется, они сами с этого кринжуют, когда пересматривают. Ой.
Пофлексит. Ля-ля-ля, сука. Ууу, бля, дискач такой крутой. Какая хуйня. Это чатик. Кстати, это чатик, когда я включаю какую-нибудь песню. Опа, ля-ля-ля-ля-ля. Ну это чисто вы, ребята. Бля, какая. Оба. Конец второй серии. Ну это пиздец. Что тут? Ничего же даже не произошло за всю вторую серию. 12 минут. А снимают так, как будто я не знаю, тут просто Игра престолов